Всем привет! Вы на канале Кэти My Princess. Я буду обклеивать компьютер наклейками. Вот мой компьютер. Тут уже есть какие-то старые наклейки, но я сюда наклею большую какую-то наклейку, и их не будет видно. Внутри посмотрим, еще буду я что-то или наклеивать. Сначала опущу крышечку. У меня есть книга с экспериментами. Вот тут есть 800 наклеек. Раз. Ну, тут уже не хватает многих, потому что я использую для своего блокнота. Вот тут, тут ничего не должно быть. А, тут все блестит. И еще. Я хочу наклеить глазки, типа у моего компьютера заглись глазки. Так, наклеим сначала с первой, что-то с первых страничек. Так, из вот этих. Что мы наклеим? Я хочу наклеить себе на компьютер вот таких вот стрелочек. Красного цвета. Да, я наклею как вот сюда. Ух ты, уже наклеилась. Ну вот сюда. Красиво. Так. Еще раз. Еще одну стрелочку. Вот так. И еще одну, третья стрелочка. А у вас украшен компьютер? Пишите в комментариях. Я не очень красиво клею наклейки. Видите, но когда хочу, стараюсь, у меня получается. Так. Ух ты, звездочка. Синяя звездочка. Звездочку я хочу наклеить сюда. Не, вот сюда наклею, типа, звездочка. Пока супер красиво получается. Так, желтое. Куда бы ее наклеить? Если открывается вот так, то значит вот сюда. Класс. Как вы думаете, сколько наклеек поместится на мой компьютер? Пишите в комментариях. Но в конце я посчитаю все наклейки на моем компьютере. И посмотрим, сколько поместилось. Плюсик. Так. Куда бы его наклеить? Вот сюда. Сейчас красиво. Сейчас перейдем на другую страницу. Я очень-очень хочу вот эту синюю наклейку большую наклеить. Так. Потому что она супер красивая. А наклею я ее сюда. Вот так красиво получается. Так. Теперь капельки. И капельки такие маленькие. Большую. Сюда. Так. Надо подумать. Да. Потом еще, если что, вернусь еще на эту страницу, а потом иду на эту. Круто. Хочу себе вот эту наклейку. Вот эту наклейку. Похоже на луну. Вот сюда. Вот это подходит, наклейка сюда. Прикольно. Так. Меня вот эта наклейка очень сильно интересует. Такой зигзаг. И я
ее и наклею сюда. Потому что здесь у меня какие-то старые наклейки. И я хочу их наклеить сверху на них новые, суперкрасивые наклейки. Так, сейчас я давайте вот тут посмотрим. Вот, вот. Это рыбка. А наклеили я ее? Кстати, как вы думаете, куда я сейчас ее наклею? Вот сюда вот. Смотрите. Это золотая, это серебряная рыбка. Так. Вот тут, с вот этой стороны еще. Вот такую монету. И она у меня будет вот тут. Красиво. Так, если что, я сюда еще вернусь. А пока переходим сюда. Так, у меня тут очень, кстати, красиво. Я хочу себе глазки наклеить куда-то сюда в компьютер. А глазки вот так. Вот такой глазик. Один глазик я наклею. Вот куда бы мне... Вот сюда я наклею глазки. Один глазик вот так. И... А другой глазик... Как вы думаете, лучше вот так или вот так? Вот так. Может, это так лучше красивее выглядит. Так, давайте наклеим один череп. Вот сюда. Пока много наклеек, но я хочу еще больше наклеить. Так, хочу теперь себе на компьютер аквариум. И туда запущу еще рыбок. Сюда. Теперь у меня будет собственный аквариум на компьютере. Так, какие бы мне сюда рыбок засунуть? Выпусти. Так, сначала бубашек. Пузырьков. Так. Буль. Бульк. Мелкие. Буль. И последнее. Пузырек. Теперь одна рыбка. Вот такую рыбку. Вот такая красивая рыбка. Будет жить в аквариуме. Вот так вот. Красиво. Я приклеила ракету. Еще хочу приклеить. Хочу приклеить две обезьянки. Вот. Я приклею вот сюда вот. И вот такую розовую. Я приклею тоже вот сюда, чтобы они были вместе. Надо подумать. Так, что бы еще? Ух ты, давайте вот, вот что-то из вот этого. Какой бы личико выбрали бы? Я приклею. Я делаю робота. Так, из личика я хочу выбрать. Ой, какой выбор сложный. Я выберу вот это личико. Вам оно нравится? Не так. Так. Я наклею его вот здесь. Чтобы было видно, я наклею вот сюда. Глазки. И ротик. Вот такой. Нет, это как-то некрасиво. Немного повыше. Вот сейчас гораздо лучше. Так, теперь надо... Или вот это тело, или вот это тело, или маленькое тело. Я хочу ему сделать маленькое тело. Так, надо взять один кружочек любого цвета. Наверное, возьму красного цвета кружочек. И
А куда теперь? Я просто наклею вот эти. Как его шею сделать? Не надо ему шею делать. Возьми его сразу. Тело приклеили, все, и забыли. Маленький лучок. Квадратики. Тело. Ножки. Ножки. Зеленого цвета. Нет, это будут ручки. Вот так. И вот какая-то забоёшка получается пока. И ножки. Ножки я приклею синего цвета. Вот такой у него робот получился. Так, я думаю, надо немножко повернуться. И здесь что-то еще надо будет. Так, я хочу еще сюда приклеить какую-то большую луну. Месяц. Так. Сюда тоже надо что-то еще приклеить, много места. Так. Еще хочу вот так. Эксперименты. Я хочу приклеить вот сюда. И вернуться еще. И здесь я уже примерно знаю, что сюда приклеить. Я хочу приклеить сюда какую-нибудь планету. Здесь очень красивая планета. Я хочу вот эту. Очень загадочная и красивая. И еще сейчас сюда что-то приклею. Обратно вернусь. Так. А у вас есть дома столько много наклеек? Пишите в комментариях. Какую-то из вот этих наклеек. Я когда вырасту, очень хочу стать сыщиком, детективом. И поэтому наклею свою мечту. Наклейка детектива. Вот сюда. И еще типа маленькую историю. Какую-то вот такую. Еще вот это. Тоже сюда клею. Давайте теперь клеим еще одну рыбку вот сюда вот. Тут будет красочно. Какую рыбку? Давайте розовую. Она такая красивая. И вот сюда еще одну рыбку. Теперь давайте приклеим что-то внутри. Давай еще внутри. Ищи сюда еще одну клейку, сюда другую. Так. А приклею ее. Какую-то из вот этих наклеек. Так. Хочу приклеить вот эту. Наверх. Стрелочку наверх. И еще одну стрелочку вниз. Смотрите, как красиво. Теперь посчитаем, сколько наклеек всего. И если захочется мне еще, я еще приклею. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я запуталась. Кстати, вот эти наклейки, они остались. Надо еще что-то сюда приклеить. Приклеим? Так. Давайте возьмем вот такой кружочек. И закроем личико. Возьмем еще. И возьмем еще вот такой кружочек. И закроем им личико. Все. Теперь вот сюда что-то еще надо приклеить. Потому что некрасиво получается как-то. Наклею еще вот такую. Вот сюда, да, вот эти две. Возьму еще какую-то из вот этих. Возьму хотя. Нет, возьму я. Возьму я еще стрелочку вверх. Приклею ее вот сюда вот. И получается как вверх звездочка. И сюда я наклею очень красивую наклейку. Эту вот такую вот монету. Ну теперь все точно очень-очень красиво. И мне, если честно, очень нравится. Посчитаем, сколько наклеек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, двадцать, тридцать, четыре, двадцать, 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 двадцать. Кто хочет увидеть, кто хочет, чтобы я сняла видео, где я наклеиваю 100 наклеек, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока! 41 наклейка снаружи, а внутри 41, 42 и 43 наклейки всего на весь компьютер поместились. Кто хочет, чтобы я сняла видео, где я наклеиваю 100 наклеек, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!